Короче, дамы и господа, я как бы приболел, до сих пор болею, поэтому такой голос, ничего поделать не могу. Это я еще напрягаюсь, если напрягаться, то будет шепот. А если я пытаюсь говорить нормальным голосом, то получается то, что получается. Вот, надо было сделать похавать. Мехава с цыганского, значит, я ем. Если чего, хавать слово с цыганского языка вообще, в принципе. Тут 1,5 кг этого, как он, индейка. Вот. И 1 кг белых грибов. Белые грибы не куплены, а были собраны собственноручно. Вся эта хрень довольно, да, ну как обычно. Размеры, бляха, тут так себе. Вот эта кастрюлька, да, для нормального человека это дней 6 похавать супчика. Но не для меня. Ну, соответственно, своя приправа. Я не знаю, может, кому еще интересно, напишите, из чего я делаю свою приправу. Может, расскажу. А так, пока что вот то, что как бы я дым. Ни хрена не лепота. Там были райончики деревенские, сейчас уже вон вышки стоят. Охренеть.